Вот я не видела женщин Моцартов, женщин Эйнштейнов, женщин Леонардо. Нету их. Нету. Даже шеф-повара приличного женщины нет. Дома, да, я сама готовлю, замечательно. Но все-таки, если по-настоящему, ну, нету. Это от полушарий зависит, да? Ну, от полушарий, кстати, тоже. Если мужчина дурак, то он изумительный. Ну, не бывает дурей. Зато если умен, то умен так, как женщинам не бывает. Женщина гнездо должна хранить. Она не должна в эти игрушки, так сказать, сдавать свою семью и потомство. В сексизме обвиняйте меня сколько угодно, мне хоть бы что.